отличного футбола. Начали. Мы отбираем мяч, пас на Соловьева. Тот дальше бросает Голуба. Делать подачу штрафную Велеса. Давайте посмотрим, чем она закончится. Ну, чем она не заканчивается. Да, заканчивается. И... Что такое? Знакомимся с ним сегодня, как и в предыдущих двух встречах. Им очень нравится и приносит свои плоды. Ну, чем Мурадов. Матчем мы посмотрели, и хочется уже и забитый мяч увидеть. Давайте посмотрим, чем закончится этот корнер. Справляются игроки Пскова с ним, и будет удар от... Морозов. Не точно передача. Соловьева. Судя по всему, Морозову. Соловьев. И Гаджимурадов. Творит сегодня. Эмин Стародуб на правом фланге. Дает центр на Заикина. Тут на... А, немного не понял. Он партнеры. Вбрасывает будет Константин Морозов из аута. И довольно хорошо на Заикина. Заикин. Пока. Да, да, передачу Гаджимурадова. И снова розыгрыш Морозов. И кинул гол! Откуда сейчас они гол не делают? Хорошая передача, да, Стародуб была честно ранена. Специально на то, что он заиг во первый номер ошибся бы. Немножко неправильно выставил ногу, то была возможность выхода один на один, и гол бы. Идет он потом, да. Подойдут гости. И затем убивает мяч. Но, к сожалению, подбор не за нами. Который левым флангом туда на Гаджимурадова отдает. Сразу три футболиста против Гаджимурадова сейчас. Там против двоих сейчас его сохраняет. Морозов, подача. Здесь Поляковских на Заикина. Возвращает Заикин. Ну, что здесь? Ничего. Косаревский. Есть у Велеса удивительная особенность в начале второго тайма своему сопернику забивать мяч. То есть выходит наша команда такая после установки главного тренера слишком уж... Вынос от своих ворот показывает стартовые 4 минуты второго тайма. Работы у него явно побольше, чем в тайме первом. Но Псков, похоже, что перестроился, начал все-таки. Давайте посмотрим, чем он завершится. Подача Гаджимурадова. Но не доходит сейчас до Данилина мяч, и это будет... Нет. Данилин сейчас на позиции уже нападающего оказался. Здорово! Он будет угловой. Хорошая скидка. Заикин. Штрафной. Замахи убрал! Получился, да. Иша! Спасибо!
Ой, хороший удар. И еще один момент. Попадает. Ух, отличная скидка. Голуб, голуб. А штрафной, погоди. И гол, гол, ворота. Вот Данилин сейчас на подборе. Попадёр, здорово. Подтолкнули, казалось, и там, но... Попадёр. И сейчас фол на Александре. Так, просит повторить. Возможно, для контракта. Возвращает он Заикину, и Заикин бросил. Жду там, наверное, наша команда подойдет. Поближе к нему. Сейчас второго номера, дает пас на Крупадера, точно есть Заикин, есть Поляков, но Крупадер сам. Сам и будет угловой. Пытался развернуть, но не зафиксировал форт. Просто Шишаева. Ним сейчас 10 номер пытается догнать его. Заходит в штрафную, Гаджимурадов. И что будет? Будет угловой. Прессинговать его начнут, да. Крупадер, здорово. Есть Сарамутин здесь. Сарамутин выигрывает эту борьбу. Крупадер. Все чисто, все в пределах правила, что задача всеми силами сейчас бежать вперед не стоит. В мыслях уже следующий матч против команды Знамя Труда из Орехова Зуева, который пройдет вот вид. Не получилось, да?